Будет ли бросок? Наброс на ворота. Гол! Вы не поверите, это не наброс. Дай бы они расставаться не особо желают. Передают друг другу. Пас, конечно, великолепно действует и забрасывают еще одну. Просто сегодня град голов. И шикарная восьмая залетает. Одна другую краше. Давайте посмотрим всю комбинацию. Вновь все те же лица. Сильдемиров отдал, на дальний принял, забросил. Конфетку приложил и 8-0. Пожалуйста. А вот это хорошо и гол! Вот это ничего себе, вот это красота! Стенку сыграли. Три человека, три касания и... Заткнул это дело Вадим Каренин в перекладе. Атакует Витязь. Пас назад, прострел и гол! Забрасывает Витязь. Шикарный гол, шикарную шайбу. И выходит вперед в этом матче. Тишина. Словно рядовой гол для гостей. Давайте посмотрим. Какой пас такой-то был, а? Скрытный. За ворота. Резко в касание и за ворот. И дальше выбивание. Еще раз. Пас, разворот на 360 и гол. Татарской. Подхватывает там ее Никита Клепов, выходит из зоны соперника и вновь закатывает. И сольный проход какой! Вот это гол! Вот это шикарный гол! И у меня просто эпичности не хватает. Потрясающе! Великолепный! Превосходный просто гол! И девятая шайба. Давайте вместе еще раз посмотрим. Троих накрутил. Это просто невообразимое что-то. В исполнении игроков. Видите, ударного звена.